Здравствуйте! Сейчас хочу рассказать о сорте баклажанов «Вера». Этот сорт очередной раз выращивал в прошлом очень неблагоприятном, надо сказать, для баклажана в сезоне. И вот этот сорт показал себя довольно хорошо, даже лучше, чем некоторые гибриды. Вот так в неблагоприятную погоду проявляются качества некоторых проверенных, надежных, неприхотливых сортов. Баклажан «Вера» был посеян на рассаду, как и все баклажаны, в начале марта. Рассада была высажена в грунт после того, как все баклажаны акклиматизировались, была сделана одна единственная подкормка раствором куриного помета 1 к 15 на грядочку в 5 квадратных метров. Было использовано всего одно ведро раствора. И после этого баклажанчики росли хорошо, насколько позволяла эта холодная погода, конечно. Использовалось укрытие для них, поскольку лето было очень прохладное. И все-таки урожай был для такого сезона вполне неплохой. В остальном уход простейший. Поливы, рыхление и удаление сорняков. Баклажан «Вера» считается скороспелым высокоурожайным сортом. От массовых всходов до начала технической спелости 110-118 дней. Растение компактное, высотой 73-105 см. Плоды грушевидные, ярко-фиолетовые, массой 125-181 грамм. Наиболее крупные плоды достигают до 300 грамм. Кожица тонкая, гладкая, мякоть беловатая, плотная, нежная, без горечи. Сорт выведен на Западно-Сибирской овощной опытной станции и прекрасно приспособлен к суровым условиям выращивания. Вот прошлый неблагоприятный сезон это как раз и подтвердил. Сорт «Вера» вырос хорошо. Посев на рассаду проводят в конце февраля-начале марта. Пикировку в фазе 1-2 настоящих листьев. Высадка рассады делается под пленочное укрытие в середине мая. В открытый грунт в начале июня. Схема посадки 60/40. К концу июля на растении оставляют 5-6 самых крупных завязей, остальные цветы и завязи удаляют. Дальнейший уход заключается в поливах, подкормках и рыхлении. Вот такой простейший уход за этим неприхотливым, надежным сортом баклажанов «Вера». В разрезе этот баклажан выглядит следующим образом. А вот это сорт баклажанов «Вера». Вот такие плодики. Посмотрим, как выглядит такой баклажан в разрезе. На срезе видно, что баклажан довольно крепкий, но зачатки семян уже явно выражены. Страшного в этом, конечно, ничего нет, но тем не менее это так. Теперь поперек еще разрежем. Да, мякоть плотная и видно некоторое количество семян уже виднеется. Но в целом баклажанчик очень хороший. Плоды крепкие, красивые и вкусные, поскольку этот сорт уже пробовали. В итоге сорту баклажанов «Вера» можно поставить самую высокую оценку, поскольку он показал себя даже лучше, чем некоторые гибриды. То есть это очень неприхотливый сорт. И огородники могут смело брать его на заметку, выращивать, получать хорошие урожаи этих замечательных плодов баклажанов. Также пожелаю всем огородникам всего самого доброго. До свидания.